В последнее время всю территорию Украины и Запорожскую область в том числе охватила мошенническая лихорадка по схеме «Ваш родственник попал в милицию». Звонят незнакомцы, которые сообщают о том, что якобы их близкие или родственники за содеянное уголовное правонарушение попали в райотдел милиции. Чтобы избежать ответственности, необходимо выплатить солидную сумму. 20 июля сотрудники Запорожского горуправления с поличным задержали мошенническую группу в составе трех мужчин 81-го, 93-го и 95-го годов рождения, старший из которых уже был ранее судим за совершение грабежа. Задержанные обманули пожилую жительницу Запорожья, которая отдала мошенникам 2000 гривен. Изъяты денежные средства, средства мобильной связи. Лица трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, то есть по подозрению в совершении преступления. И сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также милиционеры говорят, что работа по установлению причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений продолжается. Просьба к гражданам, которые стали жертвами этих злоумышленников, обращаться по телефону 067 665 95 92 или 102.